Все, шайба в зоне Локомотива. Посматривает назад пресс. Поменял Разин снова вратаря. 5 на 3 теперь. Это интересно. Бросок пресса, и шайба влетает в ворота. Северсталь выигрывает у Локомотива. Вот это концовка. И снова работает этот тренерский ход Андрея Разина. Снова он рискует, и снова фортуна его за храбрость вознаграждает заброшенные шайбы. С броском пресса справился Исаев, но череповчане все-таки доработали этот момент на чужом пятачке.